Привет, друзья! Итак, продолжим. Обряд для привлечения материального благополучия. Чистый четверг считается днем очищения не только в физическом, но и в духовном плане. Люди убирают из дома мусор, ненужные вещи, освобождая пространство для новых, радостных событий в их жизни. Но кроме этого, очищается и их душа, устраняется негативная энергия. Всю страстную неделю перед великим праздником Пасхи христиане проводят в молитве и строгом посте, а еще соблюдают определенные обряды и таинства, которые позволяют более полно ощутить всю божественную силу воскрешения Христа, ее мощь и благодать. В частности, в чистый четверг занимаются изготовлением четверговой соли для привлечения денег. Надо сказать, что процессу приготовления такой соли предшествует поход в храм, где в четверг проходит служба 12 Евангелий. Все православные держат в руках большую свечу, оставшийся огарок от которой следует забрать с собой, и уже с его помощью прокаливать соль. Конечно, весь объем хлорида натрия прокалить над свечой будет проблематично, поэтому используется лишь одна щепотка, насыпанная в серебряную ложечку. Именно она наделяется сильнейшей божественной энергией, которую передает всей остальной соли в сковороде, в которую добавляют ржаную муку и специи по вкусу. Как можно использовать четверговую соль для привлечения денег? Для этого соль нужно поместить в холщовый мешочек, завязать его красной нитью и на рассвете последующего дня перешагнуть через порог правой ногой со словами: «Всех солей соль от страстного четверга, всем нам дорога, как в дом ты пришла, так горька беда ушла. Защити и помоги, дом от лиха сбереги». Снова правой ногой перешагнуть порог внутрь и обойти весь дом против часовой стрелки. Перед каждой дверью останавливаться, читая слова заговора на четверговую соль на деньги, удачу и здоровье. «Все зло уходи, а счастье приходи», запирая слова на замок, солью припечатываю. После этого мешочек вешают на кухне, поближе к конфоркам там, где его было бы не видно посторонним. Для привлечения удачи и денег есть и такой обряд. Воскресным утром на восходе светила взять мешочек с солью в руки, зажав его в ладонях и присев. Читать такие слова: «Не будет мне лихо ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко, ни в перу, ни в беде, ни под небом, ни под крышей, ни у родных, ни у чужих. И обойдет меня печаль кручина стороной, никогда ко мне не приблизится». Слова эти вечны, крепки теперь и до веку. А еще привлечь в дом деньги можно, если держать солонку с четверговой солью всегда на столе и не допускать ее полного опустошения. Чтобы, привлекая удачу, еще и улучшить свое финансовое положение. Четверговую соль насыпают в мешочек или небольшой пакетик. Его нужно крепко жать в ладонях и произнести: «Не будут неудачи и бедность мне на пути попадаться. Не мне будут горе и беды встречаться. Враги никогда навредить мне не смогут, друзья в несчастье всегда помогут. Слова мои крепки, вечны и бесконечны». Мешочек с солью следует носить в сумке или в кармане. Он поможет привлечь успех и материальное благосостояние, а также послужит надежной защитой от порчи из глаза. Соль ценилась, как лекарство от множества недугов, оберег от разного рода негативных явлений, заговоры на любовь, от курения и алкоголя, талисман на удачу. Друзья, подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, а также пишите свой комментарий. Всем желаю благополучия!